Американский президент Барак Обама произнес традиционную речь перед Конгрессом. Общий смысл, как в известном анекдоте. Если у вас нет демократии и есть нефть, тогда мы идем к вам. Обама опять говорил об исключительности Америки, хвалил сам себя и уверял, что если у какого-либо государства возникают проблемы, то оно государство зовет на помощь Америку. Это, видимо, относится к Ливии, Сирии, Ираку, Афганистану, Украине. Странам, где теперь после помощи самое тяжелое положение – хаос и нестабильность. Подобные выступления президента США перед Конгрессом традиционно открывают каждый политический год. И уже исходя из своего названия о положении в стране, что называется, для внутреннего потребления. Но в этот раз к речи было особое внимание и в мире. Ведь это самое последнее подобное обращение Обамы на своем посту. И, конечно, советники сделали все, чтобы подогреть к нему интерес, записав накануне вот это видео своего босса в овальном кабинете. Америка, сейчас я делаю некоторые последние изменения в моей речи. Сегодня вечером это будет мое последнее выступление. Именно после этого выступления президент США обычно получает неофициальный титул «хромая утка», то есть президент, который уже ничего не может изменить. В этой ситуации трудно устоять перед искушением приукрасить итоги своего правления. Слова о безоговорочном лидерстве Америки уже 3 года как стали в речах Обамы общим местом и объектом для шуток, звучали они и в этот раз. Как я сказал ранее, все разговоры, что американская экономика находится на спаде, это политический треп. Так же, как и риторические разговоры о том, что наши враги становятся сильнее, а Америка слабее. Америка – самая могущественная нация на Земле, и точка. Опросы показывают, что наша репутация лучше, чем когда я был избран на эту должность. Если речь идет о любом важном международном вопросе, люди всего мира смотрят в поисках лидера не на Пекин и Москву, они зовут нас. Почему именно Пекин и почему именно Москва? Фактически, Обама, сам того не желая, обозначил главных геополитических соперников Америки. После этих слов в сети тут же появилась едкая фраза, смысл которой – у кого чего болит, тот о том и говорит. Самым главным итогом второго президентского срока Барака Обамы стало то, что мир из монополярного окончательно превратился в полицентрический. И существующие региональные союзы, в том числе, которые возглавляют Россия, либо Китай и Россия вместе, они успешно противостоят любым попыткам США обозначить себя в качестве безусловной доминанты. Когда американские президенты были уверены в том, что мировое сообщество смотрит только на Соединенные Штаты, как это и было, например, при Клинтоне и при Буше-младшем, они не распространялись об этом на своих пресс-конференциях, потому что это и так всем было ясно. Если Обама в этом кого-то пытается убедить, значит, у людей появились глубокие сомнения в том, что мировое сообщество смотрит именно на Соединенные Штаты. В подобном саркастическом ключе высказались многие американские политики. Республиканка Никки Хейли, губернатор Южной Каролины, так и сказала: когда Обама говорит, он прекрасен, но его послужной список далек от возвышенных слов. Мы должны признать, что сыграли свою роль в том, что наше правительство работает неправильно, и мы должны устранить эти неполадки. Естественно, прошелся по речи и кандидат от республиканцев, миллиардер Дональд Трамп. Вот его слова из соцсети Twitter. Адресованная Конгрессу речь действительно скучная, медленная и вялая. Очень трудно смотреть. Многие обратили внимание, что Барак Обама характеризовал свое правление, ссылаясь на некие опросы. Но в реальности, по всем опросам, больше половины американцев недовольны политикой Белого дома в целом. А вот в частности. В декабре по опросам социологической фирмы JFK, проведенных для агентства Associated Press, 61% американцев не одобряют политику Обамы в Сирии и Ираке. Поддерживают лишь 38. По другим опросам число недовольных достигает 70. Не обошли критики и вроде бы красивый пиар-ход во время выступления. Одно место в зале рядом с супругой президента Мишель оставлено пустым. В знак памяти жертв, погибших от огнестрельного оружия. Но Обаме тут же припомнили, что среди этих жертв и 14 убитых в Сан-Бернардино от рук террористов, связанных с ИГИЛ. И то, что за месяц до этого Обама заявил всем, что американцам террористы не угрожают. Некоторые части этой речи в Конгрессе вовсе дали повод недругам заявить, что, увлекшись идеей лидерства, Обама живет в каком-то параллельном мире. Россия направляет ресурсы на поддержку Украины и Сирии, государств-клиентов, которые ускользают из ее орбиты влияния.
Украинский парламентарий радикал Олег Ляшко так разволновался от того, что Вашингтон считает Киев клиентом Москвы, что разразился целой страницей проклятий в адрес Обамы и заявил, что американский президент не в ладах с реальностью. Колумнист Вашингтон Пост Джексон Дил написал в своем твиттере вот что. Так Обама думает, что Украина – государство-клиент России? Неудивительно, что он не хочет поставлять Киеву оборонительное вооружение. Немало критики внутри страны вызвало и вот это неожиданное обращение Барака Обамы к Конгрессу, касающееся борьбы с ИГИЛ. Если Конгресс этого созыва серьезно намерен выиграть эту войну с терроризмом и хочет послать сигнал нашим войскам по всему миру, то вы должны, наконец, разрешить использование вооруженных сил против группировки «Исламское государство». Проголосуйте. Обычно важные заявления в таких речах сопровождаются бурными аплодисментами. Это нерушимая традиция американской политики. Но недоумение от этих слов у конгрессменов не убавилось. Чуть больше месяца назад американский президент в обращении к нации полностью исключал возможность участия американских военных в сухопутной операции в Сирии. И тут такая перемена. На мой взгляд, в этой позиции Обамы есть, если хотите, попытка объяснить неэффективность нынешней фазы действий американских военно-воздушных сил над территорией Сирии и перенести ответственность за принимаемые решения на Конгресс. Очень быстро такому непостоянству нашлось разумное объяснение. Эксперты говорят, во-первых, Конгресс, скорее всего, не разрешит послать войска в Сирию. Во-вторых, если даже это произойдет, с последствиями придется иметь дело следующему президенту. Зато, как, видимо, полагали белодомовские спичрайтеры, в момент произнесения этой фразы в Конгрессе именно Барак Обама выглядел сильным и решительным президентом. Павел Чокин, Юлия Заграничного, Кирилл Мелехов, Регина Мещерякова, Первый канал.